Йоу! Всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня мы продолжаем проходить такой вынос мозга, как Red Bull серию. Вчера мы проходили с вами первую часть, а сегодня мы перейдем ко второй части этой игры. Red Bull 2 The King называется эта часть у нас. Да, простите, что такое маленькое разрешение, но игра вот в таком маленьком окошечке запускается, поэтому ничего не поделаешь. На полноэкранном режиме на этом сайте фиг что сделаешь. Так, что у нас здесь? Одним днем красный шарик, король мира шаров гулял по стране со своей короной, естественно. Какой замечательный день, да? Ветерок сдувает корону, и, короче говоря, надо вот искать ее. Так, тут ссылка на первую часть king.com. Вот чтобы разблокировать вот эти бонусные уровни, оказывается, как и в первой части, надо что-то там оформить, какую-то подписку на king.com. Ладно, потом попробуем за кадром. Давайте начнем с основных уровней. Эту игру я проходил 8 лет назад, в 2011 году. Эта игрушка гораздо посложнее, чем первая часть. Более-менее звуков здесь есть. Кстати, когда наш шарик падает, то дает очень популярный крик. Я не знаю, откуда он. Может, он как раз таки из этой игры взят, этот крик. Он стал популярным таким прям. Прекрасно. Звонят, представляете вы. Музыки здесь гораздо больше стало. Он звуков вообще. Звездочки. Здесь, чтобы пройти уровень, не обязательно надо не только дойти до финиша, надо собрать все звезды. В этой части несколько бонусных уровней и основных. О, тема из первой части. Так. Непонятная пыль какая-то здесь, которая пыль левитации. Стоп, я пропустил где-то что-то. Пятый уровень. И
Игра стала интереснее и сложнее, кстати. Намного. Так, курсор уйди. Та самая тема из первой части, только что слушали. Немного в улучшенном качестве, кстати. Бля! А в третьей части, которую мы тоже с вами проходили, там не обязательно все звезды собирать. Там звезды только для дополнительного набора очков просто. Помните, на всяких вот Nokia, там Nokia 1280, 1616, 100 или 1800, вот там была такая игра, Bones называется. Такой шарик красный, там тоже проходишь уровни разные. У меня было, кстати говоря, Nokia 100, но там не было, правда, этого красного шарика, там были, был этот дурацкий скучный пассианс, неинтересный. Ладно, как-то проберемся. Далеко я не прошел, потому что учитель запретил вскоре. Но у меня был в коллекции Nokia 1280, я на нем играл. Ну, конечно, хотелось цветную версию играть, но... Дерево не тонет. Блин, я не до конца понял эту штуку. Воду. Это уберите курсор, господи. Oh,
не уверен, кстати, что мы даже пройдем за всю серию, всю игру. Мы прошли уже половину. Ну, почти что половину. Мне кажется, самый сложный уровень — это 19-й, предпоследний. Потому что там, если не успеть, что можно потерять 2 звезды, а они нужны не для финиша. Ну-ка, интересно, вот одну секундочку, давайте на паузу поставим. Проверил, вот нажал на king.com, и да, действительно, это тот сайт, где я полную версию отыграл с бонусными уровнями, не функционирует. Этот сайт переименовался, и Royal Games он теперь там называется. Так, надо. Мы не видим, что. Нет, надо еще подвинуться. Прошло. А мы только половину прошли. В смысле? Ящик упал, что ли? Как я теперь его... А, можно. Я думал, я теперь никак его не доставлю вот на эту кнопку. Стой, рано. А звезды-то не сохраняются, блин. Как я так забрался, а?
Да, замечательный уровень. Мы не видим, где мы находимся. Я забыл про них. Так, слота. Если мы в нее прыгнем, то мы сдохнем. Она так же, как вода, только в ней наш шарик дохнет. Так, а вот это уровень из серии... Как их там, блин? Блин, вот помню, по физике была тема, как это называется, блин. Соединение экрана всего этого. Симметричное соединение, что ли, господи. Вот набираем отсюда с этого крана идет бесконечная вода. С этого крана вода с левого сливается в правый. Все. Но этой воды хватит. А этот кран у нас отсюда берет воду из правого и механизм. Такое вот в мельницу воду берет. А механизм у нас открывает проход к финишу. 15 уровень. О, я помню этот уровень. Рано я треугольник еще пока. Так, надо квадрат, треугольник и круг поставить. Но круг у нас шар, но шар надо, чтобы уровень пройти, так что. Так, сначала мы возьмем вот этот квадрат. И вот на краешек надо его поставить. Теперь берем треугольник. И все, вот. Теперь мы треугольник ставим вот сюда. Теперь нам надо взять круг отсюда. Давай. Так, запрыгиваем сюда.
Да, Господи, да что ж такое? Так, да бросай его. Сюда. Оу, oh, еее. Yeah. Так, замечательный уровень. Тут надо подумать. Тут невидимые платформы у нас находятся. Это не настоящий финиш, потому что... Чик! Настоящий финиш у нас находится вот здесь. О, вот это просто замечательно. Проходить его надо очень аккуратно. Я не уверен, что вообще с первого раза пройду. Потому что он реально тяжелый. Так, блин, я упал. Дорогу назад поставить обязательно. Вот сюда давай. Вот сюда, потом. Опа. Хо-хо! Наконец-то. О, вот это вот самое реально. Вот это реально сложно. Потому что если мы нахрен не успеем, то мы потеряем две звездочки, вот мы их и потеряли. Надо осторожненько вот так пропрыгать. Ай, господи. Тут надо успеть. Конца. Оу, yes, у нас получилось до конца пропрыгать и не упасть. И все, это последний уровень. Блин, кислота, которая поднимается вверх. Да господи, да что? Thank you.
нельзя. Господи, я что-то не прыгну. Да ну ты чё? Да ну... Ай, 30 минут, походу. Ну и ладно, ничего страшного. Зато всю игру прошли. Да ну что такое, ну... Смысл? Да блин, господи, опять забыл на кнопку прыжка нажать, не успел точнее вовремя нажать на нее. Где музыка? Сейчас кислота поднимется и... А водные короны, которая, собственно, пропала, но как она оказалась вот вообще здесь? Ай. Держись, 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 держись! Нет, что такое, блин? Успел. А ты до чего улыбаешься, шарик твой, который постоянно улыбается? Блин, кислота поднимается, давай быстрее. Эх, не успел. Давай поднимайся, поднимайся, поднимайся скорее. Я больше не в силах ждать. Все, все звездочки собраны. Да в смысле, ну какого фига-то? Издевательство какое-то уже. Ну, блин, это какой-то баг, походу, дело. Походу, быстро надо собрать все эти звезды. Так, давай быстрее собираем вот эти звезды. Теперь вот сюда. Сильно качался. Тут кислоту заденем, сдох. Вот, вот. Так, спасибо вам за все. Типа он нам говорит. Посети вот этот сайт, чтобы разблокировать.
5 бонусных уровней. Но не получится, потому что этот сайт уже не функционирующий, поэтому мы не сможем поиграть за бонусные уровни. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь также на запасной канал BlueMadia, на нем скоро будут выходить ролики, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока, с вами Максим Мадзе.